Анастасия должна пойти погибнуть, а мы должны погибнуть вместе с ней, так? Мало того, что на протяжении всех этих столетий Россия истребляла нас, теперь мы должны погибнуть и потерять нашу независимость ради России. Мы, армяне, удивительные люди. В первую очередь, должны измениться мы, поменять наши отношения. Мы должны отказаться от всего этого, как я уже сказал. Я не говорю хорошие вещи, но на 100% должна прекратиться деятельность всех тех кругов, которые на протяжении этих 30 лет привели страну к провалу, которые отделили диаспору от Армении. Удивительно. На самом деле, у нас, наверное, есть какая-то проблема. На каком-то генетическом уровне. Наверное. Потому что так с удовольствием предавать национальные интересы, подчиняться нашему врагу, я не представляю, какой еще подобный пример существует в мире.